Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus Nord 4. И сейчас я покажу вам, как подключиться к частному DNS-серверу. Открываем настройки и проходим в раздел «Подключение общий доступ». Выбираем частное DNS, и здесь мы можем включить либо автоматический, либо указанное DNS. И вводим здесь DNS-сервер. Их можно найти в целом в интернете, где-нибудь загуглить, нажимаем «Сохранить» и таким образом подключаемся. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.